И возвращаемся к аварии с маршруткой. Автобус на полной скорости въехал в забор частного дома. Кондуктора доставили в больницу с переломом бедра. Пассажиры отделались легким испугом. Это произошло пару часов назад в Суворовском поселке. Автобус 92-го маршрута ехал по одноименной улице. Вдруг из прилегающего переулка вылетела Тойота и врезалась в него. После столкновения водитель маршрутки на мгновение выпустил руль. Автобус повело в сторону, он снес мусорные баки и пробил металлический забор. К счастью, на этой улице почти не бывает пешеходов, поэтому больших жертв удалось избежать. Грохот сильный, удар сильный. Было два удара. Был сначала первый удар, он был легкий. Это, видать, когда он с машиной столкнулся, а потом такой бах сильный. Ущерб 1010, наверное. Профиль и столбы, и... Цемент все это теперь по новой делать, пол забора разбирать. А помимо забора что-то какие-то еще есть повреждения, что-то? Ну, два бака мусорных смял под автобус, они вон, они лежат под автобусом. Магистраль важная, поток транспорта очень плотный, и здесь много частных территорий, и на самом, ну, поэтому необходимо выполнять требования, не предоставить преимущества при выезде с прилегающей территории.